Праздник дружбы. Тигриная семья жила в самой чаще леса. У тигренка были братья. Они часто играли вместе, но при этом постоянно ссорились, и игра превращалась в спор. Кто будет самый главный? Ведь только он понесет мяч, будет догонять и пойдет первым на охоту. Тигренок был самый младший среди братьев, и ему никогда не удавалось обогнать или обыграть их. Тот, кто побеждал в игре, считался самым сильным и умным. И даже если он совершал плохие поступки, он все равно оставался главным. К тому же братья смеялись над ним и называли его «малой», особенно если у него что-то не получалось. Как-то раз решил тигренок поискать себе новых друзей и отправился на лесную опушку. Через некоторое время он вышел на залитую солнцем поляну. На поляне зайчата играли в салки, весело бегая друг за другом. «Можно с вами?» – спросил тигренок. «Давай, догоняй нас!» – закричал старший зайчонок, и зайчата бросились в рассыпную. Тигренок думал, что легко догонит каждого зайчонка, потому что сам был очень быстр. Но как только он настигал зайчонка, тот резко отпрыгивал далеко в сторону, и гонка начиналась снова. Тигренок устал и остановился отдышаться. Увидев, что тигренок остановился, самый младший зайчонок подумал, что игра закончилась, и отвлекся, потому что рядом с ним проползал очень интересный жук. Заметив зазевавшегося зайчонка, тигренок прыгнул и со всей злостью сильно толкнул его. Зайчику стало очень больно, и он заплакал. «Ты зачем обижаешь маленьких?» – заступился старший зайчонок. «Это ему за то, что он нечестно убегает», – ответил тигренок и добавил. «Надоели. Не хочу больше с вами, зайцами, играть. Пойду от вас». «Больше мы тебя не примем», – сказали зайчата. «Ты злой и не играешь по правилам». «Ну и не надо», – сказал тигренок и снова отправился на поиски друзей. Под большой елкой лисята с бельчатами дружно играли в мяч. Тигренок подошел к ним и сказал: «А я тоже умею играть в мячик. Возьмите меня!» Зверята согласились принять его в игру. Тигренок быстро понял, что тот, кто не ловит мяч, садится в центр круга. Поэтому, когда тигренок ловил мяч, он нарочно сильно швырял его в зверят, так что никто из них не мог поймать мяч, и они садились в круг. А тигренок оставался победителем и смеялся над ними. Лисятам и бельчатам это быстро надоело, и они попросили его играть по правилам. Но тигренок продолжал нарушать правила и обижать зверят, пока один из лисят, поймав мяч, не прекратил игру. «Мы не хотим с тобой больше играть. Уходи!» – сказали зверята. «Ну и ладно», – сказал тигренок. «Не очень-то и хотелось с вами, малявками, играть». Он сделал вид, что ушел,
а сам притаился в кустах. Я вам покажу, вы меня еще запомните, думал тигренок. В этот момент к кустам подкатился мячик. Тигренок укусил мячик, и тот сдулся. Это вам за то, что вы меня прогнали. Забирайте ваш дырявый мяч. И тигренок с чувством удовлетворения побежал домой. На следующее утро все обитатели леса собрались на лесном стадионе. В конце каждого лета здесь проводился праздник дружбы, и все пришли подготовить стадион к этому торжеству. Тигренок долго брел по лесу в одиночестве, но так никого и не встретил. Вдруг он услышал в стороне смех и громкие голоса и пошел на шум. Он вышел на лесной стадион, где полным ходом шла подготовка к празднику. Все были заняты своим делом, и никто не обращал внимания на тигренка. Он стал рычать, но его по-прежнему никто не замечал. Тогда тигренок подошел к лисенку, который старательно подметал беговую дорожку. «Привет! И я хочу мести!» Но лисенок сказал: «Не дам! А будешь отнимать, позову папу! Не хочу с тобой дружить! Ты прокусил наш мячик и назвал нас малявками!» Тогда тигренок подошел к зайчику, который украшал сцену цветочками. «Привет! Давай я помогу!» Но зайчонок, схватив корзинку, отпрыгнул в сторону. «Не дам! Ты маленьких обижаешь!» — сказал он. В это время тигренка заметили бельчата и закричали: «Давайте прогоним этого хулигана!» Тигренку не оставалось ничего другого, как пойти прочь. Он шел по лесу и громко рыдал. Слезы катились по щекам. Ему было очень обидно. «Сделай глубокий вдох!» — послышался вдруг голос сосны. Тигренок сначала сделал глубокий вдох, а потом поднял голову. На ветвях сосны сидел большой черный ворон. Он был очень мудрый и знал хороший способ успокоить малыша. «Теперь выдохни», — сказал он. Тигренок послушался. Через минуту он успокоился и перестал плакать. «Ну что ж, а теперь давай поговорим с тобой. Вчера я наблюдал за тобой, — сказал ворон, — видел, как ты толкнул зайчонка. Но зайцы нечестно убегали. Ты хотел догнать всех зайцев, а не догнал ни одного. Как ты думаешь, можно сразу поймать всех?» Тигренок подумал и сказал: «Нет, можно сразу поймать только одного, но обычно мои братья смеются и дразнятся, когда я не могу сразу всех их догнать. Если ты хочешь быть таким же, как твои братья, зачем тебе друзья? И почему ты учишься у своих братьев самому плохому? Ведь тебе не нравится, когда они тебя обижают?» Тигренок молча качнул головой. «Подумай, если тебе нужны друзья, я скажу тебе, как помириться с ними». «И с лисятами?» — спросил тигренок. «Со всеми, слушай». Ворон тихо спустился с ветки
и прошептал волшебный совет на ухо тигренку. После этого тигренок побежал к кустам, где должен был находиться испорченный им мячик. Мячик в самом деле лежал под кустом, выставив прокушенную сторону. Рядом с ним рос красивый белый гриб. Тигренок сорвал этот гриб, взял мячик и поспешил к тетушке Ежихе, которая жила неподалеку. «Тетушка Ежиха, будьте так добры!» — попросил тигренок. «Мама говорила, что вы лучшая портниха в лесу. Я поступил скверно и прокусил мячик лисят. Но по дороге к вам я нашел гриб и решил, что он для вас. Пожалуйста, помогите починить мячик». Тетушка Ежиха пожалела тигренка, и через 5 минут мячик был как новенький. Теперь на нем красовалась яркая заплата. Тигренок поблагодарил тетушку и поспешил назад к зверятам. И, как оказалось, как раз вовремя. Волчонок отобрал у зайчат корзинку с цветами и бегал от них по всему стадиону. «Не обижай маленьких!» — крикнул тигренок и в 2 прыжка догнал волчонка. Волчонок отдал ему корзинку, извинился и пошел своей дорогой. «Вот, возьмите, я очень виноват перед вами!» Тигренок протянул корзинку зайчатам. Все обступили тигренка: лисята, бельчата, зайчата. «Я понял, что вел себя некрасиво. Мне очень стыдно. Простите меня, пожалуйста. Я хочу дружить с вами», — сказал тигренок. Лисенок увидел у тигренка в лапах мячик и закричал: «Ой, смотрите, наш мячик! Тигренок починил его!» «Нет, это не я», — признался тигренок. «Это тетушка Ежиха помогла». Зверята простили тигренка и позвали его на праздник дружбы. «Спасибо, зверята!» — сказал тигренок. «Я обязательно приду! Можно я возьму своих родных на праздник?» «Да, конечно! Приходите все!» Тигренок был очень рад, ведь его папа давно мечтал побывать на празднике дружбы. Вечером папа-тигр на семейном совете в присутствии старших братьев тигренка показал приглашение на праздник дружбы и сказал: «Удивительно, но все в лесу говорят, какой взрослый у меня младший сын. Он совершает взрослые поступки, умеет найти выход даже в самых сложных ситуациях». С той поры братья-тигры больше не называли тигренка малым. И семья тигров первый раз побывала на празднике дружбы. Так, благодаря советам мудрого ворона, тигренок научился дружить и стал примером для своих братьев. Приходит на порог, креп.
крепко спи ты. Сто путей, сто дорог для тебя открыты. Все на свете отдыхает, ветер затихает, небо спит, солнце спит, и луна зевает. Небо спит, солнце спит, и луна зевает. Спи, сокровище мое, ты такой богатый, все твое, все твое, звезды и закаты. Завтра солнышко проснется, снова к нам вернется. Молодой, золотой, новый день начнется. Что?